Итак, мы в Париже. Вот наша новая квартира на эту неделю. Сейчас покажем. Ну такая. Мы выбирали специально парижскую квартиру, маленькую, зато в хорошем районе. У нас квартира на углу с бульваром Сен-Жермен, и у нас 6-й округ. Я скоро к концу недели научусь правильно произносить, но зато у нас вид на пути к Бербери. Становится понятно, почему французы такие худые. Потому что у них очень маленькие квартирки и мало места, чтобы поместиться. Не знаю, с чем это связано, почему с виду такие красивые дома и такие маленькие внутри комнатушки. Но, в принципе, нам хватит. Даже есть куда чемоданы разместить. Коричневая стенка, фотографии. О, тут музыка есть. О, и фильмы есть. Ну, в общем, весело. И кальян. Так. Конечно, кухня гораздо меньше нашей предыдущей. Ванная. Фен еще видел Ленина. Да ладно. Какого Ленина? Он был лысый. Где фен? Так, есть гели даже. Это фен. Тоже жильцы понаставляли. Да, это фен. Вот два полотенца. Это мы еще только что с самолета. Лена летучая не одобрила бы. Почему два полотенца? Потому что это единичка. Вот нет, вот еще для рук есть полотенце. А для головы? Ты можешь брать мое. Можем купить полотенце где, у этих самых. У арабов или у китайцев. Я не знаю, кто здесь торгует. Так, в общем, вот тут есть телек. DVD, какая-то приставка. Вообще такая прикольная, вот маленькая. Он, 50-значный пароль от Wi-Fi. Как его набирать, не знаю. Вот нам винишко. Но зато смотри, презент. Все миленькое, все такое, прям вот как будто ты заходишь и ноутбук мой. В Париже. Смотри, и вот она... это вот, что можно в этот гардероб вместить? Что-то маленькое и короткое. И вот она кухня. Плитка, конечно. Но плюсы есть, она компактная. Все можно достать, не крутясь на месте. И это скажи, это же не самая маленькая кухня, которую мы смотрели. Помнишь эти кухни, которые были в шкафу? Вообще да, этот сайт богат на кухни, которые расположены в шкафу. Просто шкаф открывается, в нем стиралка, кухня, о, утюг. И всякую еще хрень. Дрель. Вот, соседи теперь узнают, что приехали русские. И из кухни вот такое есть окно. Да. Оно ведет в колодец между домами. Ладно, давай посмотрим. Правда? Да, я не буду. Там сейчас кто-нибудь вылезет. Жалюзи открывать, но в общем. В общем, вот такая штука, можно просто проветривать. Это тут. Ну блин, нет, только закрываем. Его, мне кажется, со времен постройки не открывали. И не мыли. Но зато смотри, они положили всякие новые пледы, дополнительные одеяла и опять же вино принесли. Да. А лесенку, покажи лесенку. Вино это хорошо, вот лесенка. Ну я уже оттуда заходил. Конечно, по таким подъездам очень сложно ходить с чемоданами, потому что у них практически вертикальные лестницы. Хорошо, что квартира на, получается, на первом этаже. Цокольный этаж, там магазины. А первый этаж, ну, достаточно высоко. Собственно, вот и вся обзорная экскурсия по дому. На этом комнаты закончились. А, ну, есть еще санузел, он отдельный. Ну, я думаю, все знают, как выглядит туалет. Поэтому показывать его не будем. Вот, если посмотреть налево, это бульвар Сен-Жермен. И вывеска магазина, по-моему, английской обуви. У нас, видимо, будет продолжение серии о том, как снимать апартменты в Париже, потому что мы приехали и сейчас будем заселять Аню. Слушай, я
В общем, мы не смогли дождаться хозяина Анечки, и она стала ждать сама. Но мы приедем с ними в квартиру. Мы сейчас пытаемся заселиться сами. У нас вот такой двор. И мы ищем тоже хозяина. Окей. Again, you have a light on every floor. Mm-hmm. So the key of the apartment. I didn't lock the door, so when you leave the flat every day, you can lock the door. Mm-hmm. So then, and the key comes out flat, mm-hmm. I guess. Mm-hmm. So the key goes inside, once to unlock the door, mm-hmm. and then to open the door, just turn the key and push. Ага, окей. Yeah, so, can you... В одной руке. Все, бросил. Джим, это у тебя бесплатный джим. Very careful with the walls because it's completely fresh painted. We know. The owner paid €8,000 renovation. Okay, we understand. So it's in a perfect condition. Uh-huh. We do video for our blogs. Perfect. And to, we can do some advertising for your apartment. Ah, very nice. But it's completely renovated. So everything is okay. Mm-hmm. Make sure that you don't just leave the door like this. Make sure it's clicked. Mm-hmm. They say you have this pots and pans, everything can move down towards you, of course. Mm-hmm. And this is for the plates. Uh-huh. If you want to move this just here. Yeah. Different towels, cutlery, everything for your flat. Mm-hmm. Mm-hmm. This is the dishwasher. Mm-hmm. Tablet goes inside here. Mm-hmm. Uh-huh. And you have these tablets. Okay. The turn the machine on and off with this cycle. Uh-huh. The P changes between the different programs. Yeah. Press start and then you okay. close it. Mm-hmm. This here is a washer and a dryer. And is it at home we haven't it? Okay. Yeah, so the lessif, washing liquid, this one here needs to go inside the middle section. No, so here. Дома. Okay. We know. Just similar at home. Okay. So choose the cycle. First 10 are wash cycles. So what is a short cycle? About 30 minutes, because at home I have this one, it's... So we have a cotton rapid. Cotton rapid. Rapid means quick. Quick, yeah, quick. So if you want a quicker cycle for your clothes, you choose number 3. Okay. The extraction fan, you have the controls underneath, so the light and the fan. Ага. On this side, obviously cooking just... Oh, так, а cooking как делают? Она... 2, 3, 4, 5, 6, so you have... Okay. Number 1 is very low. Okay, 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 high, okay, so okay. One and two for the two controls. Ага. Uh-huh. Электрическая, да, она? Да. Окей. The bathroom here we have the hairdryer, if you need to use the hairdryer. Yeah. The shower, of course, just move left and right, yeah. hot and cold. Yeah. And then there's more storage space and some products underneath mm-hmm. there as well. Mm-hmm. This is the hot water boiler. Mm-hmm. It heats up every day automatically. If you use a lot of hot water in the morning, you will need to wait. Heat up again, of okay. course. Mm. But every day, Он every делает, night, да, сам? Mm-hmm. every night it will reheat the water. Uh-huh. Okay. For the television, we have two controls. Sony is for the Sony TV, mm-hmm. and this one is for the orange TV cable box underneath. Mm-hmm. Mm-hmm. So, мы чемоданы там забыли. А мы такие бросили там. А валить же его бросили. Okay. For the bed, it's very simple to open. Mm-hmm. You just take the back, pull it towards you. You have a handle just here, so pull this side as well, like this, and the bed opens straight up. Okay. Okay. We have here. Let me show you. Okay. This is the bed sheet, so you can leave this always on the bed. Mm-hmm. The mattress will fold mm-hmm. with this on the bed as well. But when you want to close the bed, you do need to take the quilt off. So the quilt is behind you in the wardrobe. Mm-hmm. Just here. Что он имеет в виду, что это что?
Да. Пылесос есть, можно взять. Пылесос есть, да? Да. This here is to keep the mattress in place. So when you're finished, you just fold like this. Okay. Very simple. Great. Open and close every day. If you want to get your telephone, I can give you the information for the Wi-Fi. Yeah, we need Wi-Fi. Yeah. Because we forgot our friend in another apartment. So do you want to connect to the settings? Oh, уже звонит нам. Сейчас отобьем ее. Так. Wi-Fi. It's warm here. It's with this on without now. It's this is off. Off. This okay. Is off. It's yeah. Warm. It's warm. So we have all of the document you see here. Tel urgence in English, emergency procedure. Yeah. En cas d'urgence, in case of emergency. Everything is duplicated in English because we know that we have a lot of English. We need to pay for electricity. Exactly. Okay. В общем, вот так вот мы въехали в квартиру на ближайший месяц. Анину квартиру так и не сняли. Анину квартиру снимем еще. Пока мы не захламили дом, давай все покажем хоть быстро. Ну, мы показывали, да, но... Ну, миленько, но я не знаю, как они так живут. Так это считай, большая квартира. Мило? Это считается большая квартира. Да, уютная квартира. Она маленькая, конечно, вот. Моя любовь — двери Парижа. Смотрите, какие они все разные. Очень много интересных дверей. Мне все время всегда интересно, какие здесь владельцы. Почему каждая дверь универсальная? А мы снова живем за углом от Сен-Жермен или на Сен-Жермен. А Тимофей снова возмущается. Привет. Тимофей умеет очень хорошо выступать. Криво держишь вот так под наклоном. Ну вот примерно так. А этаж какой? Ой, правда, у нее тут ковры. У нее тут ковры. Ковры. А дверь какая? Справа. Справа. Аня. Где справа? Справа — это вот тут. А тут миллион дверей. Аня. Аня. Ань! Не кричи, нет. Вот, кашляет. Стучи. Тут кашляет. Сейчас раз другая женщина. Привет! Ты кашляешь, я тебя нашла, как ты кашляешь. С днем рождения! Да. А я же с хвостиком, я без плечо. А мы с подарком. Захал? Блин, где вы искали так долго? Да, с нами китайцы по-русски разговаривала женщина. Ну, снимайте, ну хватит снимать все. Это тебе. Какая милота. С днем рождения. Спасибо. У нас все, есть подарок. Вы нормальные? Да. Закрывай дверь. Что, уберите, я хотя бы что-то зуб. У тебя получилось, ты разложила. Да, этот дебил, ну, то есть, пришел. Извините, этот прекрасный человек Винсент, пришел? Говоря. Нет, он сказал, что, оказывается, есть пульт управления. Да ладно. Это не вручную надо делать. Да ладно. Вы можете себе представить? Ребят, она была... Слушай, вот, ну, квартира эта вот, вот эта вот штука, она опущена здесь была, поняли? Я ее поднимала вручную, ногами, вот так держала. Там это... Я представила себе, как она нервничала. У меня была истерика, я плакала. Слушай, я не знала, что теперь... сделать. Я спала на этой горе, блин. Я когда ты увидела, я вообще, я говорю, представляю себе истерику. Я сказывала. Аня, там давление, новая жизнь. Смотри, ты прошла все круги ада, заболела, кровать. А теперь я скатывала. Я оттуда взяла вот эти вот штуки, стул подставила, чтобы не падать. Просто истерика. И этот дебил с утра мне пишет: так а там же пульт управления. Нажимайте стрелочку вниз. Скажи, подожди. Слушай, они, козлы, в натуре фотографируют как-то получше, чем на сайте. В смысле, квартира, кажется, намного больше на сайте. Нужно сказать о том, что сколько стоила квартира? Ну, не знаю, я не помню. 30 с чем-то.
Ань, 30 тысяч. За неделю, и вы получаете кладовку. Комфортабельную кладовку с удобствами. 25 наша. Да, но там еще есть у меня туалет. А, не, ну тебе повезло прям, что он не в подъезде. Потому что, когда туалет. Мы искали, туалеты были в подъезде. И дверь. Слушай, не, на самом деле для одного нормально. Студента прям нормально. Нет, когда она была сложена, вообще прям да? много места, да.